Всем доброго времени суток. Два психиатра жили в одном доме, в одном подъезде. И очень часто случилось так, что они возвращались в одно и то же время со своих учреждений и поднимались вместе на одном лифте. Лифтер был заинтригован одной особенностью, которая каждый раз происходила все время, как эти два человека встречались вместе в лифте. То есть они оба заходили в лифт, кланялись друг другу, здороваясь, но как только лифт доходил до нужного этажа, двери лифта открывались, один из психиатров поворачивался ко второму, плевал ему в лицо и уходил. Второй невозмутимо доставал платок, вытирал лицо и ехал дальше на свой этаж. Лифтер был в недоумении. И однажды он не смог удержаться и спросил у второго психиатра: «Скажите, уважаемый, что такое происходит? Почему ваш коллега постоянно поступает так с вами? Почему он вам плюет в лицо?» Второй психиатр смеялся и сказал: «Я не знаю, почему это должно меня волновать? Это же ведь не моя проблема». Вот такая история.